Владимир Меньшов всю свою жизнь посвятил городу Видное. В 60-е работал электрослесарем ремонтного цеха на коксогазовом заводе. Параллельно активно занимался общественной деятельностью. Ответственно выполнял комсомольские поручения. За это был выдвинут в комитет комсомола предприятия, а позже стал и ее секретарем. А в 1975 году, благодаря увлечению фотографией и кино, ему предложили возглавить Видновскую киносеть. Ее директором он был на протяжении многих лет. Ну вот вперед мы познакомились и нашли друг друга, называется. Мы иногда смотрим, как я подписываюсь, когда у нас почти одинаковый роспись. То есть столько всего мы напридумали в свое время. И, кстати, по всем этим проектам до сих пор все это живет. Сейчас Владимир Меньшов – сотрудник историко-культурного центра. В честь 75-летия Степаныча, как привыкли называть его друзья и коллеги, в ВКЦ было организовано небольшое мероприятие. Он по отчеству Степаныч, по фамилии Меньшов. Наш Степаныч, капитаныч, наша крепкая любовь. Для меня вообще большая честь работать в одном коллективе с Владимиром Степановичем. Я уж не говорю там быть руководителем, еще неизвестно, кто кому чему нас учит и кто кем руководит. А Владимир Степанович, несмотря на возраст, он безумно энергичный. В его голове огромное количество идей. Он очень любит спорить, но самое главное, что в этом споре у нас рождается истина. В ВКЦ Владимир Меньшов принимает участие в подготовке и проведении многих мероприятий. В выставочных залах центра регулярно проходят его многочисленные выставки. Также он организует любимые видновчанами экспозиции «Под открытым небом» в сквере «Юность». Даже выйдя на пенсию, он же не остановился. И когда мы с ним поговорили о том, что неплохо было продолжить работу вот в музее нашем, вот он, пожалуйста, нашел себя и здесь. Мы обязательно его будем выдвигать на звание почетный гражданин Ленинского городского округа. Он этого стоит. Независимо от своей должности, Владимир Меньшов всегда в гуще событий, происходящих в Ленинском городском округе. И обязательно с фотоаппаратом. Я очень рад тому, что вот здесь и мои новые и старые друзья, и все вместе, и они все со мной. У Владимира Меньшова масса планов. Он уверен, что творчество не подвластно годам. Главное – вера в себя и свои силы. А коллектив телеканала «Видное ТВ» желает Владимиру Степановичу воплотить в жизнь все самые смелые задумки, достичь очередных побед и продолжать радовать земляков своим талантом. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».